Если без шуток, то Федеральная антимонопольная служба организовала проверки. Правительство заверяет, что сахара в стране достаточно. Более того, посевные площади под сахарную свеклу увеличивают. Так зачем скупать сахар? Вы уже закупили сахар домой? Купили. А зачем? Как зачем? Ну, все покупали, ну и мы побежали покупать. Нашли дефицит 90-е годы, что ли? Да вы уже сахар купили? Да, так мы сахар покупали, когда я он еще был по 60 рублей, я пошла к ее в магазин. Такого же ажиотажа не было, мы спокойно купили, у меня дома лежит. Пускай он будет по 8, по 90, по 100, я пойду все равно возьму, и будет у меня также запас. Это сейчас люди перебесятся, все опять будет нормально. Зачем вот столько много сразу? Я не знаю, я беру 10 килограмм, потому что у нас семья такая, я взяла, и я потом полтора месяца не хожу, и цены на него не знаю. Мне не нужно, у меня есть запас, спасибо. Скажите, вы сахар купили? Купила. Много? 5 килограмм. А зачем? А как? У нас много народу. У нас ходка он идет. Я то компот варю, то это, кисель делаю. Он нужен. Почем успели купить-то? Ой, 78, что ли. Сахар в наличии есть, но говорят, его вредно есть. Особенно, если цена больше 100 рублей за 1 килограмм. То вы сахар уже купили? А зачем? Дома есть. Купила килограмм. Целый? Целый килограмм сахара в тонне за 100 рублей. Да. За 100 рублей? За 100 рублей килограмм Понятно. Сахара. А за 100 рублей он вкусный? Ну, не знаю, сладкий. Сегодня пила чай. Не едим сладкое. Здоровый образ жизни? Да, да. Ну, нет, сахара, конечно, по минимуму, да, но не запасали, это точно. А вы сахар купили? Нет, у меня есть. Хватит. 10 кило. А зачем? По 5 надо. Деду купили, бабушке. Они не могут ходить. Вот им купили. Нам-то, ну-то не надо. Вы сахар купили? Нет. Почему? А у меня есть. Самый дешевый 65 рублей нашла. Подскажите, пожалуйста, вы сахар уже купили? Я такими глупостями не занимаюсь. Ненормальные люди скупают растительное масло и сахар. Я к ним не отношусь. Вы сахар покупали уже? Нет. Почему? Потому что дорого. А то, что сварить, будем ждать, когда подешевеет. Был 150, говорит, стал 100. Мы будем ждать, когда 50 будет. Какой сахар-то? У меня дома как бы немножко есть и все. Вы сахар уже купили? Да. Много? Ну, на лето хватит. А зачем много сразу? Да я не сразу, я еще купила давно, потихонечку, килограмм по 2 покупала, чтобы сварить варенье в этом году. В последнее время я не варила, а вот тут буду. Пусть всегда будет сахар. У меня сахар еще остался, я его практически не ем, и покупать не покупала еще ни разу. Вы сахар купили? Да, купили. Много ли? 4. 4 чего? Килограмма. Килограмма? Это да. Что, запас такой? Да, стратегический. А как вы думаете, зачем люди покупают много сахара? Ну, может, варенье собрались варить. Все резко в один год. Да, может, кто самогон. Сахар уже купили? Почему? Зачем? Вы не любите сладкое? Люблю. И... Да надо будет, скажу, куплю. У меня тут еще есть сахарки. Ну чего, на недельку хватит сладкой жизни. Елена Аешина, Иван Насалев о сладкой жизни в Истре.